вас с победой! Ожидали ли вы, что вы станете победителями? Какие эмоции переполняют вас? Ну, мне проще, я профессионал. Профессионал этого дела, я вел в победе эту команду, я ее привел, и не сомневаюсь, что все, что я сделал, сделал правильно. А результат вы видите сами. Тем более у Алексея сегодня два победителя, это и Харьков, и... Без сомнений. И Кривой Рог, мы две команды Восточного дивизиона, которые вышли в финал. Да, Харьков не дотянул по СМС-голосованию, хотя они шли вторые по оценкам судей и так далее. Но это, ну, черкассы, видите, поднажали и вырвали победу, ну, второе место. Еще раз хочу сказать, что Кривой Рог, просто 700 тысяч населения, все голосовали за нас. Мало того, я знаю, что в Черновцах собралось там огромное количество людей, которые голосовали за нас. В Одессе огромное количество. Мне девочка написала, что ей кто-то пополнил счет на 2000 рублей, и она все 2000 рублей спустит за наше голосование. Ей большое спасибо. Хочу сказать большое спасибо своим родственникам, которые живут в Краснодоне. Огромное количество Краснодон, ну, весь Краснодон смотрит Майдан, все голосуют за нас, все болеют, все хотят, чтобы Кривой Рог победил. И мы победили, мы доказали, что... Шамай крутые. Да я тоже хочу всех, абсолютно всю Украину поблагодарить. Наверняка голосовал не только Кривой Рог, и Черновцы, и Одесса, и Луганская область. Я думаю, мы делали это для всей Украины. Мы делали это все для шоу. Майданс — это огромное шоу. И мы его сделали.